25 марта. У нас сегодня наконец-таки тепленько. Ну и пойдем посмотрим, что у меня цветет. Прелесть. Здесь вот такая куртиночка. Самые крупные белые крокусы. Они считаются самыми крупными. Симпатяшки. Пчелок не видно плохо. Сейчас посмотрим. Пчелок пока нет. Нет. Вот, появились. Ура! Пчелки, 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 пчелки. Вот такие хорошенькие трудяжечки. Проснулись. Ой, как приятно, когда они жужжат. Тепленько, прям тепленько. Желтенькая красота. Так я и не поняла, почему она здесь оказалась. Наверное, все-таки. Ой, божья коровка. Надо спасать. Так, давай переворачивайся. Неудачно приземлилась. Наверное, все-таки то ли кроты тягают, то ли я не знаю. Не кроты, а слепыши. Вообще вот так вот. Здесь поляночка. Что-то мне кажется, как поубавилась. Не разрослась, а поубавилась. О, ничего, симпатичные какие. Там вот еще одна малышня лезет. Будет попозже красиво. Ну, а это вот более темные такие. Вот так вот. Симпатично. Мало, но приятно. Здесь голубизна. Наконец головки подняла. Немножечко они подросли. И здесь тоже и пчелки гудят. Какая прелесть. Римулки цветут самые простые. Ой, как им здесь хорошо. Они у меня цвели в декабре. Я так боялась, что у них не хватит селенок на весну. Хватило. Цветут сейчас и радуют. Ай, какая прелесть. Бонис. Симпатяга, солнышки маленькие. Такая прелесть. Ай, хорошо как. Солнышко греет, птички поют. Чудо. Собачки гавкают, как всегда. Это чудо цветет. Будьте с ней, с ним осторожно, с этим чудом. Разбросает кругом семена. Потом от нее будет очень тяжело избавиться.